25 лет в эфире. В этом году телеканал ОТС отмечает юбилей. Обновленные студии, новые проекты и выход на интернет-площадку. Это лишь малая часть изменений медиахолдинга за последние годы. О том, как идет подготовка к празднику и что ждет зрителей в юбилейном сезоне, расскажет Юлия Алиханова. Сегодня напряженный вечер для режиссеров. Нужно выдать в эфир целых 6 программ. Вот уже 25 лет большая команда ОТС работает для зрителей всей Новосибирской области. Спорт, здоровье, наука, культура и сельское хозяйство. Каждый зритель может найти программу на свой вкус. Проделана огромная работа по оснащению и повышению качества вещания. Здание телеканала полностью отремонтировали, обновили студии и оборудование, чтобы зритель видел на экране красивую и качественную картинку. И это только начало. Телеканал ОТС – это не собственно не только телеканал, это большой медиахолдинг, куда входит и радио 54, и сейчас активно развивается наша интернет-редакция. И мы ставим себе постоянно новые задачи, на этот год в том числе. Мы готовимся к новому сезону хоккейному в новом ЛДС и будем закупать туда новое оборудование. Наша трансляция станет еще более красочнее, интереснее. За последние 5 лет телеканал расширил аудиторию. Появились не только постоянные авторские программы, но и сайты в интернете, где есть и новости, и трансляции, и собственные проекты. Вот уже 2 года ОТС вещает в Телеграме, ВКонтакте, Ютубе и на горсайте. Аудитория телеканала совершенно не ограничивается людьми, которые сидят перед, собственно, телевизорами. Необходимо приспосабливаться под те площадки, которые стали людям удобны и комфортны. А что же касается грядущего юбилея нашей телекомпании, мы в нем активно, конечно же, участвуем, поскольку все то, что производят наши телевизионные коллеги, нужно показать еще и в интернете для того, чтобы погрузить как можно больше людей в нашу атмосферу нашего праздника. Юбилей телеканала празднуют не только сотрудники медиахолдинга, но и верные зрители. Этим летом ОТС приедет в 5 районов области. Любимые ведущие проведут торжественные мероприятия. Кроме того, в этом году канал порадует зрителей и новыми телевизионными проектами. В новом сезоне мы всегда либо запускаем новую программу, либо хотя бы промо какое-то. В этом году будет новый проект. Такого у нас еще не было. Примечателен он тем, что мы будем работать в прямом эфире. Проект, как мы говорим, будет о людях, для людей и с их участием. Впервые я это озвучиваю. Зрители должны понимать, что у любого из них появится возможность побывать здесь, в нашей студии, поучаствовать в прямом эфире. В юбилейном году творческая команда подготовила большой список мероприятий. Впервые журналисты снимут фильм, посвященный телеканалу. Зрители узнают, кто и как создает информационные телепрограммы. А пассажиры новосибирского метрополитена вскоре увидят брендированный поезд ОТС. Юлия Алиханова, Сергей Жданов, Новости ОТС. Оставляем только суть.